Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. По словам представителей агентства по охране окружающей среды, после инцидента в Рыбнице уровень радиации в Республике Молдова находится в пределах допустимой нормы. Специалисты агентства постоянно следят за качеством воздуха и радиоактивностью, передает ТВР Молдова МД. Уровень радиации в настоящее время измеряется дважды в день в 12 населенных пунктах Республики Молдова. В период с 4 по 13 марта 2019 года на станции Кишиневе были взяты и проанализированы образцы аэрозоля. Результат показали, что опасности для окружающей среды и здоровья населения нет. Качество воздуха в двух промышленных развитых центрах Кишиневе и Бельса контролируется 3 раза в день. Власти сообщают, что согласно всем лабораторным анализам и исследованиям, воздух и радиоактивность находятся в допустимых пределах и не представляют опасности.